да. Давайте еще подтянем. Ребят, давайте подтянем еще чуть-чуть. Да, зайдите, как самочувствие, еще раз подтвердите. Борис, помощь нужна? Слава Казахстану! Айдын! Ура! Пошки опустите! Не, он так был. А где этот тачанин? Сегодня работа прошла штатно. Я хотел отметить четкую слаженную работу всех служб поиска и спасания, Росавиации, Министерства обороны, Роскосмоса и ФБА. Действительно, сегодня большой день, наверное, для всего Казахстана. И хотел всех поздравить с возвращением после долгого перерыва казахстанского космонавта Айдына Айымбетова. И хотел бы сказать, что сегодня еще раз отрадно отметить четкую и надежную работу техники, которая российской космической техники. И хотел поздравить и поблагодарить всех работников РКК «Энергия», предприятий промышленности, которые участвовали в производстве и подготовке этой техники. Спасибо.
дальний протектор России, выгнал Ферропольд, вернулся на гостеприимную татарстанскую землю. Сегодня для вас это большой праздник, и для нас тоже. И для вас делать сегодня шепот дорожки, и видеть очень много молодежи. Это хорошее напоминание подражания. Поэтому я вас поздравляю с праздником, с вашим космонавтом еще раз, и нас всех. С этой хорошей, достойной работой. Спасибо большое. Так, ну что, есть Илья? Так, я тебе привет. Как ты необычно. А теперь не на тебе, а ты там, да. Там. Еще. Всем добрый день, почему такие хмурые? Победой. Наивно, все, наивно. Практически, вы видели?